Украинский президент выразил надежду на то, что мир решит эту большую проблематику до саммита G20 в ноябре. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что войны с Россией завершится до саммита G20 осенью в Индонезии и на нем не будет любых оккупантов. «Я благодарен лидеру Индонезии за приглашение на саммит Большой Двадцатки осенью. Я принимаю это приглашение и верю, что до саммита осенью мир решит эту большую проблематику. Мы должны не допустить масштабного голода, остановить убийства и репрессии, должны навсегда отучить любые государства мира от ядерного шантажа и заигрывания с угрозой химического или биологического оружия», — сказал он в ходе выступления по видеосвязи в обращении к политикам и народу Индонезии. «Верю, что на саммите будут только государства-друзья, государства-партнеры и не будет любых оккупантов», — сказал Зеленский. Саммит G20 запланирован на 15-16 ноября 2022 года в Индонезии. Отметим, что приглашение на саммит также принял президент России Владимир Путин. Спасибо за просмотр. Мы стараемся сообщать в первые же минуты события. Поставь лайк и подпишись, если тебе нравится то, что мы делаем.